сестра Кабаевой покинула пост судьи Татарстана. Троюродная сестра Алины Кабаевой Лейсан покинула должность судьи Альметьевского городского суда. Ее фамилии больше нет в списках на официальном сайте ведомства. Лейсан Маратовна Кабаева была назначена на должность судьи в октябре 2016 года. Лейсан родилась в Казани, ей 42 года. До своего назначения в Альметьевске она работала секретарем коллегии Верховного суда РТ, помощником судьи. По данным собеседника, за время работы судьей родственница знаменитой Кабаевой вынесла около 300 постановлений. Особо нетерпимо Лейсан относилась к насильникам и распространителям наркотиков.